Вот не случайно я сделал сегодняшнюю передачу. Странно, когда в Москве обсуждаются проблемы Израиля. Сделал, скажем честно, для одной очень простой мысли. Иранские ракеты легко долетают до наших среднерусских городов. Это война, которая может начаться очень-очень скоро. Есть маленькое государство Израиль, окруженное отнюдь недружелюбными странами. 65 лет это государство воюет, не предавая ни одного своего военнослужащего, ни одного своего гражданина. Воюя за каждого. На расстоянии вытянутой руки находится территория, с которой летят ракеты. Но иранского производства. Но щит, который распростерт над ним Израиля, позволяет большую часть ракет перехватывать и уничтожать. А у нас такое отношение к нашим военнослужащим и к нашим гражданам. А у нас такие системы обеспечения безопасности. И мы задумаемся, когда? Когда первые ракеты долетят до нашей территории? Или все-таки начнем думать загодя? Благодарю участников программы и наших зрителей. О самых важных событиях наступившей недели поговорим в следующей программе «Воскресный вечер». Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев.